Несколько причин. Ну, самая такая существенная причина – это то, что ну, женщины ну, по молодости, ну, в основной массе, так скажем, выходят замуж, рожают детей, потом занимаются этими детьми. И когда им, ну, грубо говоря, скажем, ну, под 40 лет, только у них появляется возможность нормально работать или начинать какой-то бизнес. Но к этому времени они, так скажем, многое упустили. То есть, во-первых, опыт, да, работы по сравнению с мужским полом недостаточный. Второе, ну, это, так скажем, Азия, да, наш менталитет, у нас наследство все в основном у мужчин. То есть у мужей, родителей там, или у детей, у мужского пола. А в жизни всякое бывает. Вдруг они развелись, или вдруг там муж умер, или еще что-то. И в этот момент женщине приходится брать на себя основную ответственность за, так скажем, будущее детей. У нее недостаточно, там, скажем, собственности, опыта. И мы думаем, что вот эта небольшая поправка, она поможет женщинам, которые захотят начинать свой бизнес, потому что в целом у нас в стране, в принципе, много всяких программ, грантовых, всяких льготных, которые помогают именно женщинам-предпринимателям. Например, у USAID есть, в ЕБРР, еще в разных программах есть такие программы, которые помогают именно женщинам-предпринимателям. Но им было достаточно сложно, потому что такого определения в законодательстве не было. Теперь, когда появится это определение, они уже могут четко говорить, да, вот, согласно закону есть такое определение, кто подпадает под это определение, мы вам выдаем льготные деньги. Мы можем со стороны государства тоже инициировать государственные программы по финансированию женщин-предпринимателей. Без этого определения это было бы достаточно тяжело. Теперь уже мы, грубо говоря, открываем путь к этому. То есть такая поправка дает возможность женщинам-предпринимательницам получить доступ к материальным ресурсам. К льготным ресурсам каким-то, да. Не просто ресурсам, не просто там кредиты в банке там, по 20-30%, а именно льготные, там, под низкий процент, а может даже грантовые какие-то деньги. Ну, вообще, я лет 10 назад сам был противник таких вещей. Думал, ну, какая разница, предприниматель, мужчина, женщина. Предприниматель, он и есть предприниматель. Да, чем да. отличается предприниматель? Да, думаешь, вроде нет. Но когда уже делаешь более глубокий анализ, ты понимаешь, что как бы стартовые условия чуть другие. Не, если мужчина на себя взял обязательство, классно, кормит семью, детей, вообще никаких вопросов нет. Но я даже на примере многих знакомых вижу, что в жизни это не так.